самых сложных ситуациях носитель имени всегда умеет сохранять спокойствие и трезвый рассудок. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. В основном носители таких имен – это лидеры и вожаки, не приемлющие никакой власти над собой, всегда готовы бороться за то, чтобы быть независимыми. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква Л в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Предупреждение владельцу с буквы Л не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Они всегда стремятся действовать. В основном у владельцев этого имени проявляется неуверенность в себе, подверженность чужому влиянию, но если его мнение совпадает с мнением окружающих, это дает носителю имени много энергетики и движение вперед для намеченной цели. Таких людей стоит выслушать и посоветовать дельный вариант в однородной ноте. Звук Е предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Звук Н в имени этого человека считается знаком протеста. Буква Е считается символом естественности и гибкости. Очень часто человек с буквой Р в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.